Добрый вечер! Добрый вечер, кто пришел к нам, присоединился сейчас. Надеюсь, согрелись во время перерыва. Мы сейчас вам не дадим замерзнуть своим искусством и творчеством. Итак, закончилась перестановка, артисты готовы, и мы можем начинать второе отделение фестивальной программы на Черном озере «Вечер оперы Сфорцанда». Хочу напомнить вам, что фестиваль организован Республиканским благотворительным общественным фондом поддержки исполнительского искусства Республики Татарстан «Сфорцанда». При поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, фонда «Живой город», дирекции парков и скверов города Казани, музея-заповедника «Казанский Кремль», фонда президентских грантов и интернет-журнала «Инде». Художественный руководитель Данияр Соколов. Продолжение фестивальной программы состоится 2 сентября. В 20:00 на территории Казанского Кремля, где вы сможете стать свидетелями премьеры камерной оперы «Ацис и Галатея» на прекрасную, очаровательную, волшебную музыку Георга Фридриха Генделя. А в 21:00 состоится премьера камерной оперы на музыку популярнейшего композитора современности Астора Пьяццоллы «Мария де Буэнос Айрес». Ждем вас 2 сентября в Казанском Кремле на продолжение фестивальной программы «Вечер оперы Сфорцанда». А сейчас мы окунемся в любовный треугольник. В основе комической оперы Джанкарло Минотти «Телефон» или «Любовь втроем» лежит любовный треугольник, один из участников которого – телефон. Итальянец по происхождению Минотти явил собой уникальный пример оперного композитора 20 века. Телефон Минотти демонстрирует настоящее мастерство композитора, обладающего тонким вкусом и чувством юмора. Минотти сам сочинял либретто и выступал как режиссер, а нередко дирижировал своими произведениями. Итак, вам предстоит увидеть смешной спектакль, который смотрится легко и с удовольствием. Краткое содержание оперы. Бен приходит к Люси просить стать его женой. Но каждый раз, как только он начинает свое признание, звонит проклятый телефон, и Люси углубляется в бесконечные разговоры с подругами. В отчаянии Бен выскакивает на улицу и из телефонной будки звонит своей любимой. Теперь любители телефонных разговоров уже не стоят на пути двух влюбленных. И Бен по телефону говорит, что смертельно любит Люси, не может жить без нее и просит ее руки. Артисты разыгрывают жизнерадостную историю о том, что слишком страстное отношение к современным гаджетам может помешать обустроить собственную судьбу. Камерная опера «Телефон» или «Любовь втроем» прозвучит в исполнении молодежного оркестра фонда «Сфорцанда». Концертмейстер Изабелла Соколова. Действующие лица и исполнители. Яна Флаксман в роли Люси. Дмитрий Босов в роли Бена. Махмуд Адылов в роли телефона. Постановщик, заслуженный артист Российской Федерации Мнир Соколов. Дирижер Евгений Сакмаров.
Я рад, что угодил вам. Но, Люси, надо мне что-то сказать вам. Я должен уехать. Когда? Прямо сегодня. От вас я на вокзал. О, как не кстати. Но прежде вам должен важное что-то сказать. Что же? Мне говорить трудно об этом. Трудно. Люси, вы замечали, уж я давно к вам неравнодушен. Я хочу сказать вам... Что же? Если бы вы согласились... Простите. О, Маргарет, привет, как рада я тебе, нам надо все обсудить. Ты так давно мне не звонила. Кто? Я сегодня не смогу. Я сегодня немного нездорова. Что? Где? Как жаль, что без меня. Нет, боюсь, мне нельзя. Очень рад. Милая правда.
лучше других. Рассказать вам, что я узнала. Нет, нет, не сегодня, мало времени. А сказать вам я должен так много. Ну что ж, я жду. Итак, в чем дело? Простите. Плохо слышу. Кого не поняла? Вы ошиблись. Ах, почему они ко мне попадают 100 раз в день? Да 100 раз. Готовы ли вы слушать меня? Я тороплюсь на поезд. А давайте время узнаем точное. Спасибо. Итак, могли бы вы послушать? Я все внимание, мой друг. Смелее. Вы могли заметить, что к вам давно неравнодушен я. Да, поэтому я думал, может быть, когда вернусь. Если вы согласны... Проклятие! Простите. Алло, алло! А чем же ты вы? Ну, право, зачем я кричу? Я ждать, так мужчина всегда должен снова пытаться и ждать. Я б справился с мужем и с любовником пылким, но что делать с чудовищем этим, как мне бороться с ним? Убить на дуэли, не вином отравить, пуповина его на 1000 миль растянулась.
только защищался. Бедняжка, как же вам не стыдно? Но ведь я сказал вам, защищался я. Напали первым вы. Люси, могли бы мы поговорить? Милый, сперва я позвонить должна Кэролайн. Кэролайн, но почему сейчас? Чтоб о ссоре с Джорджем ей сообщить. Отложить нельзя это. Что вы? Должна я первой ей рассказать, и в другие расскажут. Это я прошу, не сейчас. Скоро я уйду. Я прошу, не сейчас. Скоро я уйду. Вы могли бы подождать. Отложите, я прошу. Я два слова ей скажу. Тогда быстрее. Умоляю вас. Oh,
совсем начнется опять, так сойду я с ума. Выход тут только один, выход тут только мне. Все ж интересно, что хотел он сообщить. Вернется ли он? Должно быть, сел уже в вагон.
камерную оперу «Телефон» или «Любовь втроем» исполняли Махмуд Адылов, Дмитрий Босов, Яна Флаксман, концертмейстер Изабелла Соколова, молодежный оркестр фонда «Сфорцанда», дирижер Евгений Сакмаров, постановщик, заслуженный артист Российской Федерации Мнир Соколов. Оркестр «Сфорцанда». На этом первый фестивальный день программы «Вечер оперы «Сфорцанда» завершен. Спасибо, что были с нами.